Хорошо тут как-то, да? Слушай, а может нахрен это все? Ну, а сядем здесь. Будем жить как нормальные люди. Сюда будем приезжать, шашлыки жарить. Заведем себе собаку. У тебя же аллергия. Молодец. Профайл подходит. Мария Рахманова. If not, then and now. Выехала в Германию в 16 лет, натурализовалась. Этот был с ней. Это же Родин. В смысле сын? В смысле сын. Про полковника Родина вы знаете. Легенда, герой, почти дьявол. Вербовать становилось все опаснее. И он предложил вырастить сеть спящих агентов. Их задача была сделать карьеру и ждать приказа. Залезай! Я 15 лет думал, что ты мертвый. Ты вообще понимаешь, что я чувствовал все это время? Ну, а как ты хотел? Прийти в разведку, вежливо попросить, верните мою девушку? Я не знаю. Я должен знать. Ты всегда все решал вместо меня. А этому нас и учили. Выполнять приказы, не задавать вопросы. Сынок, я на службе. А ты никто. Ребят, телефона нет, денег нет. Не курю.